попурри из хитов прошлого века, горячие балканские мотивы и музыка из любимых фильмов здесь. Нежно о любви говорят на языке звуков и мелодий. За инструментами духовой оркестр Марка Когана командует музыкальным представлением волгоградский дирижер Владимир Леер. Говорит, играть на самарской сцене одно удовольствие. Зал вообще чудесный. Я когда зашел сюда, даже завидовать стал. Потому что, честно скажу, мы работаем немножко в других условиях, и в акустическом плане, и в территориях. Здесь условия очень хорошие и замечательный оркестр. Песни на музыку Арно Бабаджаняна из репертуара Фрэнка Синатры и Муслима Магомаева. Вокальный подарок прекрасной половине человечества преподнес уроженец Самары певец Михаил Морозов. Именно в Самаре больше всего я волнуюсь. Каждый раз я выхожу как на какой-то экзамен. Потому что я именно здесь начинал, именно здесь, как мне кажется, самая требовательная публика. И все свои программы я показываю в первую очередь в своем родном городе. Музыкальную программу артисты готовили специально к празднику весны. Говорят, динамичные ритмы, лирические мелодии и песни о бесконечной любви – лучшая ода прекрасным дамам. Но говорить женщинам теплые и нежные слова необходимы не только в празднике, уверены мужчины. Я полагаю, это супер важно. Это надо убрать свою хандру, свое ненадлежащее настроение, забыть все и сказать: «Дорогая моя, как ты так прекрасна, я так тебя люблю». И я думаю, что дома будет мир и лад. Очень красиво, конечно, было сказано. И вот играют они очень красиво. Голоса, вот шикарные голоса, конечно. И они у нас уже были однажды, но я это не попала, этот концерт. Сейчас мне очень нравится. На праздничном вечере артисты пожелали жительницам Самары, чтобы весна в душе и прекрасное настроение сопровождали их круглый год. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, «События».